Владимир Васильевич! Где? Где Владимир Васильевич? Владимир Васильевич! А, вот! Владимир Васильевич! Владимир Васильевич, я давно хотел вас спросить, а что это вы все с белым байкиком ходите, а? Вы были на Болотной? Вы и песни оттуда привезли? Вообще, это все импровизация. Провокатор. Ну, на самом деле, привезли. Песни привез, но не оттуда. Нам очень радостно видеть, что наш театр без всякой помощи со стороны центральных каналов раскрутился благодаря вам, дорогие наши любимые зрители, и благодаря вашей любви к нам и благодаря тому, что мы вас тоже очень любим. Спасибо огромное. У меня был такой эпизод в моей биографии. Я очень много писал музыки к детским мультфильмам. Конечно, был режиссер, собрал постановочную группу. Дело было в советское время. И он говорит: знаете, ребята, вы не думайте, у нас фильм не про зайчика. У нас фильм про одиночество человека в этом ужасном советском обществе. А зайчик — это так, аллегория. Встал один наш старый-старый оператор, который еще 15 лет отсидел в сталинских лагерях. И говорит: ребята, ну его нахрен, у нас фильм про зайчика. Так вот, я сегодня спою вам детскую песню. Просто детскую песню. Мы сегодня в цирк поедем на арене нынче снова с дрессированным медведем укротитель дядя Вова. От восторга цирк не имеет, держась за папу, а медведь рычать не смеет, бог сосет одежда лапу. Там себя берет за шкирки, важно кланяется детям. Да чего ж прикольно в цирке с дядей Вовой и медведем. Мы сегодня в цирк поедем, на арене нынче снова дрессированным медведем укротите дядя Вова. Хорошая детская песенка. А вы знаете, это же действительно детская песенка. По крайней мере, Павел Глоба и даже покойная Ванга. Ну, Ванга-то просто умерла от зависти, а Павел еще жив. Потому что они не ожидали от Агнии Барто в 57 году такой прозорливости. Я спою вам еще песенку Агнии Барто, а называется «Фотография в журнале» или «Володин портрет». Раз, два.
костра, фотография в журнале у костра. У костра сидит отряд, вы Володю не узнали, вы Володю не узнали, он уселся в первый ряд. Фотография в журнале у костра сидит отряд, вы Володю не узнали, он уселся в первый ряд. Бегуны стоят на фото с номерами, бегуны стоят на фото с номерами, бегуны стоят на фото с номерами на груди. Впереди знакомый кто-то, это Вова впереди. Бегуны стоят на фото с номерами на груди. Впереди знакомый кто-то, это Вова впереди. Снят Володя на прополке у реки, снят Володя на прополке у реки. Снят Володя на прополке и на празднике на елке, и на лодке у реки, и у шахматной доски. Снят Володя на прополке и на празднике на елке, и на лодке у реки, и у шахматной доски. Завтра с летчиком-героем мы другой журнал откроем. Он стоит среди пловцов, тоже он в конце концов. Чем он занимается? А вы как думаете? Тем, что он снимается. Чем он занимается? С Димою меняется.